Привет, Василий. Привет, Ваня. Я Василий. Привет, я Василий, твой папа. Добрый день. Здрасте. Давайте знакомиться. Привет. Вань, я твой папа. Вань, поздоровайся. Я Василий, я твой папа. Ваня не очень хорошо идет на контакт. Дайте ему освоиться. Это игра такая? Догнать надо? Ну, попробуйте. А. Подержите. Ну, берегись. Давай я с ним поговорю. Я сам. А что теперь? Ну, как что? Оформит документы и заберет Ваню в свою семью. Откуда он вообще взялся? Может, он вообще никакой не отец? Думаешь, я просто человеку с улицы отдам мальчика? В браке они были с Ваниной мамашей. Ну, видно же, мужик хороший. А про ребенка ничего не знал. Да даже если был мужем, а что это доказывает? Где он был все это время? Слушай, уймись, я тебе совершенно ничего не должна объяснять. Ну, пойми, так будет лучше для всех. И для тебя в первую очередь. Занимайся своей карьерой, танцуй. А про это просто забудь. Но он же не котенок. Погладил, забыл. Привет, мой хороший. Познакомился с папой. Ванька. Ты же умный парень. Да? Надо дать ему шанс познакомиться. Ванька! Вот ты где. Вы его напугали. Извините, не хотел. Вань, я к тебе скоро опять приеду. Хорошо? Ну, давай, Ванюш. Ну, до встречи. До свидания. Ванечка, на, держи. Иди, отнеси к себе в комнату. Аня, наверное, вам нужно сделать паузу в общении с Ваней. Понимаете, он должен привыкнуть к мысли, что у него есть отец. А ваше присутствие его только отвлекает. Пожалуйста. Ну, если он действительно вам дорог, то вы примете правильное решение. Извините. Ты зря стараешься. Его сейчас, кроме Русанова, никто не волнует. Нан, мы тебя же вернули в конкурс. Чего ты злорадничаешь-то все время? А чем она лучше меня? Устали? Встали и работаем. Здрасте. Вы здесь работаете? Просто вижу, что Ванька вам доверяет. Скажите, как так можно? 6 лет у мальчика не было отца, а тут вдруг появился. Машинку подарили, да? А вы кто такая? Мама его. Кто? Ну, не биологическая, понятно. Ваня меня так называет. Очень интересно. И давно? Какое это имеет значение? У меня было достаточно времени, чтобы полюбить его как родного. Как здорово. Ну, поподробнее, пожалуйста. Поподробнее? Да. Пожалуйста. Я хотела его усыновить.
Ах, вот оно что. А я вам, значит, все карты-то испутал, да? Теперь понятно, кто его против меня настроил. Вы хоть думаете, что вы говорите? Да тут и думать не надо. Идиот. Что? К Ване больше не подходите! Что ты чувствуешь? Вашу ногу на моей спине. Смешно. А так... А! Больно! Вот. Я хочу видеть чувства, когда ты танцуешь. Я хочу сопереживать тебе. Никита, ты хорошо двигаешься. Но знаешь, чего тебе не хватает? Осознанности ему не хватает. Ты его спроси, он даже не знает, зачем он здесь. Боря. Тебе зато всего хватает. А что ты решил обратить на меня внимание? Я ж бездарь. Вот, хамство — твой единственный талант. Боря. Никит, постой. Ох, Ваня. Какой подарок. Вот если бы мне в детстве кто такую подарил. О такой игрушке только мечтать можно было. Ибо, Ваня, ты добрый мальчик. Но это тебе отец твой подарил. Береги его подарок. Хорошо, что отец твой нашелся. Мама. И мама, и папа, хорошо. Но папа наш человек. Мужик. Может, мне поговорить с ним? С отцом, с этим? Ну, хочешь, вместе туда поедем? Зачем? Ты его сын. А я кто такая? Ну, ты маленькая моя. Ты такая эгоистка. У Вани будет семья. Не могу радоваться, мне плохо. У него будут настоящие родители, а я была так, понарошку. Ну все. Все будет хорошо. Ты где был? Привет. Машина 2 часа под окнами стоит, телефон не отвечает. Ой. Был повод выпить втихаря? Был. Был? Ренусь. Я с сыном виделся. Ну, с сыном, Ренусь, ну брось ты телефон. Ты не настолько пьян, чтобы бредить. Я его нашел. Представляешь, купил ему машинку, ну, подарил. А он ее не взял. Ай, забавный парень какой. Ренусь, ты мне поможешь? Ну... Ему ласку сейчас нужно. Ну, мать ему нужно. Я ему не мать. Ну. Ну, ты же женщина. А значит, мать. Ничего это не значит. Я вас не сомневаюсь. Просто понимаете, порядок есть порядок. Угу. Зато теперь вы можете смело начинать действовать. Результаты экспертизы ДНК у вас на руках. Справка из ЗАГСа и роддома тоже. Так что... Марина Геннадьевна, когда я могу его себе забрать? Василий Алексеевич, давайте договоримся сразу. Терпение, еще раз терпение. Инга Валерьевна за Ваней наблюдает. Угу. Как только он будет готов, тогда... Ну, хорошо, идите к Ване. Угу. Потому что у меня тоже дело не в проворот. Хорошо. Спасибо. Ванька,
Ну, что тут один? Пойдем, может, машину тебе покажу. За рулем поселишь. А? Да не стесняйся ты. Запрыгивай. О, молодец. Ну что, нравится? Мама. Будь тебе мам, сынок. И папа будет. И дом новый. Только ты не должен меня жалеть. Я хочу тренироваться так, чтобы в голове не было ни одной мысли о нем. Мне нравится твой настрой. Это настрой победительницы. Вперед. Региш, очень вкусно. Ваньке бы это очень понравилось. Слушай, забавный он, конечно. Вот не говорит, а понятно все. Он так и будет молчать? Да нет. Заговорит, я думаю, просто попозже. Мне кажется, что в его возрасте дети уже давно разговаривают. И он будет. Угу. А что ты сегодня кусачая такая, а? Суеты много перед свадьбой. Угу. Регин, я вот спросить тебя хотел, может, перенесем? Нет, ну ненадолго, конечно. Сейчас просто Ваньку перевезем. Надо парню дать освоиться. Мы же так вместе, Регин. Может, нам перенести его переезд к нам? Пока он не привык к домашней еде. Регин, ты серьезно сейчас? Да, вот такая я эгоистка. Мне надоело ждать. Ну, хорошо, ну, конечно, не будем ничего переносить. М? Ладно, забыли. Тихо. Да что с тобой такое сегодня? Вышла в полуфинал и расслабилась? Черт, у нас осталось меньше недели. Извини, давай еще раз. Еще раз? Мы уже репетируем больше 3 часов, Ань. Слушай, у тебя косяки вылезают в самых простых местах. Ты где? О чем ты думаешь? О танце, конечно. О танце? Я вообще-то думал, что у нас танец страсти и желания. Я просто устала. Чтоб я не слышал этого! Я поставил на тебя! Ставят обычно на лошадей, да? Ань, чтобы двигаться дальше, нам нужна победа. Ну как я могу убедить других, что ты лучше Ирины, если я сам этого не вижу? Ты обязана победить. С тобой все в порядке? Сейчас пройдет. Просто немного прихватило. Я, наверное, перезанималась. Он тебя вообще загонит. Ты хоть ела сегодня? Что вы все бабы в нем находите? Пусть это будет нашим маленьким женским секретом. Вот он 3 раза был женат. И все его бывшие ненавидят и любят его одновременно. Они сами тебе рассказали. Мира, его бывшая, вообще чуть не чокнулась на этой почве. Ну, когда он ее бросил. Зачем тебе его жизнь? Живи своей. Он же старый. Зачем тебе это?
Нет, ты не прав. И вообще, ты ведешь себя как обиженный подросток. И что? Если бы у тебя был такой отец, ты бы меня поняла. Слушай, а попробуй с ним подружиться, что ли? Но он привык, чтобы ты всегда хамишь ему. А ты просто подойди и попроси помочь. Мне не нужна его помощь. Мне ничего от него не надо. Что у тебя с постановкой? Как спонсоры? Дьяков думает, остальные отказали. Ты прав, ее никто не знает. Нужна громкая победа. Ага. Браво, Аня, браво. А ты уверен, что она будет? Какая-то она вялая. А скоро полуфинал. Все нормально, просто пацана отец нашелся, Аня вроде как по делам переживает. Вот как? Сам нашелся? Как же сам? Чего только не сделаешь ради искусства. Она же всерьез про усыновление думать начала. Боль, вот ты мне объясни. Вот кажется, вот, глупость – это такая болезнь, которая протекает бессимптомно. Вот кажется, умная баба, а потом бац! Оказывается, дура. Тень, ты не переживай, мне проблемы тоже не нужны. Тем более чужой парнишка из детдома. Понимаю. Просто я думал, что у вас любовь. Я болен, но не безумен. Хорошо. Ну, надеюсь, хоть первое место от вас-то не уйдет. И поддержка. Хорошо. Все, перерыв. Аня. Скорую позови. Удобно? О, да, отлично. Ну, если что, звоните. Хорошо. Ну, я думаю, справимся. Главное, не торопите события. Ну да. Удачи. Удобно тебе там? Сейчас домой приедем, комнату свою увидишь. Мы тебе там целую коробку игрушек приготовим. Ванька, а завтра поедем с тобой в мастерскую, познакомимся с дядей Олегом. Мы с ним вместе работаем. У него сын Мишка, но вот такой парень дружить будет. Мама! Да, сынок. Мама. К маме едем. Она тебе там что-то вкусненькое приготовила. Мама. Ты ее загнал своими репетициями. Никит, перестань, а? Просто забыла позавтракать. Опять? Аня, я поеду за скорой на своей машине, ты не бойся. Лежи. Лежи. Да я в порядке. Аня, давление низкое сказали, но лежи, упадешь опять. Вот мы. Ой. Давай. Что это мы с тобой в одежде-то, да? Здравствуй, Ваня. Я очень рада познакомиться с тобой. Ванюш. Вань. Ваня, а что ты ищешь? Мама. Приятель, так вот же мама. Мама! Ну что, пойдемте к столу. Давай. Опа. Садись. Опа. Голодный? Спасибо. М? Ваня, ты куда? Ваня,
Ванюш! Ненавижу больницы. Не надо было никакую скорую вызывать. Ну, вообще-то я отвечаю за тебя. Извини. Просто в детстве каждые каникулы меня на месяц запихивали в стационар. Ты же говорила, что танцы помогли. Да, потом помогли. А до этого меня усиленно лечили врачи. Ну все, теперь тебя буду лечить я. Что там сказали? Покой, сон и усиленное питание. Да. Искать ему другую маму? Кого? Регин, ты чего? Ну, какая другая мама? Ну, подумаешь, взбрело парня, называет мамой какую-то ненормальную. Ты сейчас это реши, пожалуйста. А что сейчас решут, Регин? Что я сейчас могу решить? Надо просто набраться терпения и ждать, пока он к нам привыкнет. Понимаешь? А? Ты меня любишь? Ну, конечно, люблю. Ты чего? Ну, перестань. Ну. Ты чего плачешь? И тумбочку тоже забирай. У меня после развода с мебелью напряженка. Она прикручена. Тогда будем бросать жребий, потому что шкаф у меня один. Вовсе не пустой. Ты шопоголик? Ну, я борюсь с этим. Недавно в Милане даже сдал свою кредитку на хранение в сейф-отеле. Ладно, давай, я скоро. Пока. Да, не одна. Ну что, поздравляю. Ты крута. Аня из Тюмени. Слушай, давай просто пожелаем друг другу удачи. Я в чем-то перед тобой виновата. Ладно, иди сюда. Все фигня, кроме сцены. Мужики будут всегда, и что, из-за них постоянно ссорятся? Правда. Давай, иди и не упусти свой шанс, подруга. Мужик, проголодался. Чего нас не кормит, а? Давай требовать, имеем право, да? Еды. Еды. Вот, видишь? Спасибо. Попросили, и все, есть еда. Прекрати, тарелку разобьешь. Ринусь, прости, я научил. Не стучи, ладно? Потом. Вань! Вань! Ванька! Хватит, Ваня. Господи, ведешь себя как дикарь! Не надо. Что не надо? Ты считаешь, ты нормальным? Вась, я тебя спрашиваю. Спасибо. Приятного аппетита.
Вот я. Увлеченный человек уязвим? Просто никогда раньше это кино не видел. А я в юности часто его смотрел. Только с возрастом понял, что такой любви не существует. Ну, это просто красивая сказка. Что? Нет. Да? Нет. Да. Любовь, она в каждом. Просто нужен тот самый единственный человек, чтобы она проявилась. Наивные мысли наивной, красивой девочки. Перестань, я же не говорю просто о любви между мужчиной и женщиной. Вот когда Ваня меня первый раз мамой назвал... Ваня — это не любовь. Это жалость. Ты разочаровавшийся в жизни скептик. Понял? Что? Скептик. Повтори. Скептик. Кто скептик? Я скептик, да? Я скептик. Кажется, я снова чувствую вкус любви. Ты что, ела виноград? Да. Так. Завтра бьешь баклуши последний день. Поняла? У нас осталось всего лишь 2 репетиции перед полуфиналом. Слушаюсь. Ну, Уотсон, моя мастерская, глядишь, попозже твоя будет. Машины чиним. Не игрушечная, а настоящая, здорово. Олег где? Олег! Вот. Нравится? А? Ну, что молчишь-то, говори. Че? Да, сын, торцевой ключ. И знаешь, когда обычным ключом до болта гайки нельзя дотянуться, то вот его так набрасывают, хоп, и затягивают. Понял? А? Попробуй. Привет всем. Привет. О, привет. Ты с помощником? Еще с каким? Сын мой, Ваня. Знакомься. Ну, держи краба, приятель. Олегом меня зовут. А ты можешь звать дядей Олегом. Стесняется. Ну, понятно. Ну как, нравится тебе папкина мастерская? Мама. А, понравилась, значит, мама Регина. Вань, ты чё? Чё я с ним, Вась? Да ничего. Проехали. Ты уже насовсем его взял? Mm-mm. Привыкает пока. 2 дня в неделю. Вася! Ох ты! Вася! Не Вася, а папа. Вася! С характером парень-то. Да. Мама! Мама! Ань, зачем вы приехали? Я же вам по телефону сказала, я не могу дать вам его адрес. А вдруг ему там плохо? Вы хоть были там? Не переживайте, у него все хорошо. Я просто проверю. Инга, мне нужно знать, что у него все в порядке. Пожалуйста. Ань, я понимаю, что вы болеете за Ваню, но так нельзя. Он теперь в семье. Игры в маму закончились. У него есть настоящие родители. А, теперь это так называется. Интересно, а все любящие жены беременеют от других? Я тебе говорила, что это твой ребенок. И этот выкидыш на твоей совести. Я спала с Дьяковым ради тебя. Он финансировал твои постановки, чтобы ты мог у нас творить. Мой... О, наша новая муза. И что, правда умеет танцевать? Ир, тебе пора. Девушка, вы не обольщайтесь. Он же вас просто использует. Нет, почему? Она действительно будет танцевать Карину вместо тебя. Да? Да. Посмотрим. Не обращай внимания. Это просто зависть.
Регин, ну обидно такие деньги терять. Там делов на полчаса. Я с ним одна не останусь. Ну а почему нет-то? Он спокойно играет, смотри. Ну? Регин, ну правда, я столько заказов уже упустил. Ну ты теперь отец. Вредничаешь. Где потом, скажи, деньги на свадьбу возьмем, а? Ладно, только будь на связи. Конечно. Мне как-то не по себе. Ну-ну-ну-ну. Все будет хорошо. Ванюш! Ваня, подойди, пожалуйста. Скоро буду. Ага. Побудь с мамой Региной, а я скоро приду. Ладно? Я по делам. Давай. Как дела? Мама. Ты же знаешь, что никакой мамы нет. Я, может, тоже не хотела бы, но мне приходится быть твоей мамой. Давай попробуем дружить. У тебя нет выбора, Ваня. Другой мамы у тебя точно никогда не будет. Ну, не мог он специально в тебя песок бросить. Ну, случайно вышло, да? Убери его от меня. Регин, вот пацан извиниться подошел. Чего ты себя ведешь, как ребенок, а? И что, его теперь по шерстке гладить? Да хотя бы какое-то время не провоцировать. Слушай, я только и делаю, что подстраиваюсь. Хорошо, я с ним поговорю. Ладно? Что он тебе скажет? Папа, я больше не буду? Ты хоть знаешь, что у него на уме? Ванюш! Кормишься. Хотя некоторым, конечно, очень даже. Как ваша девочка? Успокоилась? Мне вчера Зотова звонила, сказала, Ваня уже в семье. Вроде успокоилась. Она вам потом еще спасибо скажет за то, что вы ее от чужого ребенка избавили. Здравствуйте. Анечка, скоро ваш выход. Болела, может, ей плохо? Плохо сейчас будет мне. Вот что бывает, Борис, когда лично мешают с профессиональным. Что она творит?
Никита красавец. Он же вытаскивает ее. Вася, ты был в детской? Нет. Он испортил все обои, мебель. Все изрисовано фломастерами. Мама! Регин, включи, пожалуйста, там девушка танцует. Девушка? Да. Вась, ты слышал, что я сказала? Я слышал. Мама! Да нет там никакой мамы. Умерла твоя мама. Вань, ты что, ну не надо, Вань. Вась, ну сколько можно ему потакать? Замолчи! Ванюш. Ну ты что, ну не надо. Ванька. Ну что, волнуетесь? Расслабьтесь. От вас уже ничего не зависит. Для финала мы должны выбрать всего 6 танцоров, 5 из которых выберет жюри, а одного спасут телезрители. Борис, вы хотите что-то сказать конкурсантам? Ну что, наверное, нет ничего мучительнее, чем ожидать результаты. Да. Обидно будет вылететь, не зная причины. Отец виноват. Конечно, за последние недели мы стали, наверное, одной большой дружной семьей. К сожалению, с кем-то из вас сегодня придется проститься. Все равно. Я туда не вернусь. Что ты говоришь такое? Что случилось? Для меня все закончилось. Мама, а ты не будешь считать меня неудачницей, если я вернусь вот так? Для меня ты уже победила. Ну, а дальше сама решай. Спасибо. Ты все мои усилия перечеркиваешь, все ему разрешаешь, все прощаешь. Я просто хочу, чтобы к Ване относились по-хорошему. Но ты же видишь, что он необычный. Больной, Вася! Твой ребенок больной! Не надо так говорить. К нему, если с любовью, он здоровый. Так я его еще и полюбить должна. За то, что я для него пустое место. За то, что он в меня песком бросается. Регин, ты ведь никому ничего не должна. Только какой в этом смысл, если мой ребенок вызывает у тебя такие эмоции? Ты хочешь отменить свадьбу?
Регин. Сейчас. Регин. Ну, подожди. Регин. Ну, ты что, так и будешь молчать? Ну, извини, я вчера, наверное, погорячился. Ты сказал то, что думаю? Не надо извиняться. Регина, ты меня тоже пойми. Я же не могу между вами выбирать. Ну, не заставляй, а? Извини, но по-другому не получится. Или ты отдаешь своего ненормального сына обратно в детдом, или я ухожу. Думай, до завтра. Анна Каренина явилась. Скажи спасибо, что оставил тебя в конкурсе. Спасибо. Мне кажется, я не давала тебе права распоряжаться моей жизнью. Дура. Ты что думаешь, что можно вот так вот просто приехать в свою Мухосранска и конкурс выиграть? Главную роль получить, да? Нет, не думала. Ты все решил за меня. Решил, как тебе удобно, да? Хотел сделать из тебя звезду. А я тебя об этом просила? Ну да, я дал денег, чтобы мальчишки нашли его папашу. Что в этом плохого? Что? Ты меня подставила! Ну что, ты еще прибежишь ко мне. Как там, приятель? Мороженое хочешь? А? Yeah!